Чего вы не знали о фильме «Человек-паук»? Ради фильма Тоби Магуайр полгода ходил в зал и держал строгую диету. В легендарной сцене, где Магуайр ловит под носом продукты, была снята без монтажа. Поднос был прикреплен к руке Тоби, и спустя пару попыток ему удалось поймать. Во время боя паука и гоблина Вильям Дефо не рассчитал силу и вырубил Тоби ударом в челюсть. За фильм «Человек-паук 2» Тоби Магуайр получил 17 миллионов долларов. Сцены битвы паука и доктора Октавиуса вместе с тетей Мэй действительно была снята на большой высоте. Актеров держали тросы.